О, опять этот и бежит, гаденыш. Давай, взорвись, взорви его. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, лучницу еще одну. Вот, и токсика. Ой, смотри, опять, смотри, начинает уничтожать наших ребятушек. Давай, подзорвем его. Вот, хорошо. Так, лучницу быстрей. Я понял, как делать. А смотри, получается, он... Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру про наши замки. Что ж, ежедневное испытание. Посмотрим мертвый камень. Давайте попробуем... выиграть. Так, берем. Смотрите, сколько замков здесь, еще много всяких разных. Так, ну у нас все это пока еще, смотри, заблокировано. Мы еще пока не можем с ними их открыть, потому что они все закрыты. Хорошо. Давайте возьмем тогда молотильщика. Воина, лучницу и токсика. Пока мы никого не можем выбирать. Других, да? Что ж, отправляемся в битву. Попробуем. Так, 2 минуты 58 секунд. Нам нужно за это время успеть сразиться с врагами. Так, раскручиваем полностью мы нашу ману. Так, бежит один зомбарь. Сейчас мы этого выпустим, нашего чувака. Так, и лучницу, давай, лучница. Так, ману мы увеличиваем максимально, у нас 1000 вообще стоит. Так, ну здесь воинов, в принципе, у нас достаточно. О, забирает, смотри, силу. Да, здесь надо аккуратно. Давайте мы его убьем. Вот так, хорошо. Все, выпускаем всех, всех, быстрее, быстрее, быстрее. Нам нужно успеть уничтожить их башню. Так, токсика. Так, кого там еще? О, опять этот и бежит, гаденыш. Давай, взорвись, взорви его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, лучницу еще одну. Вот, и токсика. Ой, смотри, опять, смотри, начинает уничтожать наших ребятушек. Давай, подзорвем его. Вот, хорошо. Так, лучницу быстрей. Я понял, как делать. А, смотри, получается, он сейчас будет засасывать. Да-да-да. Ох, убил, убил, прикинь. Давай токсика сразу выпустим. Сейчас будет засасывать, смотри. Вот, видишь, засасывает. Мы сейчас бойцов выпускаем. Вот. И идем быстрее в бой максимально, кого мы здесь можем высылать сразу. Ох, смотри, опять идет, а. Так, какой же ты неугомонный, а. Какой же ты неугомонный. Сейчас будет засасыватель. Мы пока наших ребят не будем выпускать. Подождем. О, мы его убили. Не будет засасывания, да? А, вот засасывание. Все. И высылаем сразу же всех ребятушек. Хорошо. Опа, на тебе, получай. Нам главное быстрее его убить. Не знаю, успеем или нет. Да. Сейчас опять будет засасывание. Так, все, у нас мана максимальная. Ох ты, хорошо идем, ребята, давайте быстрее. Может быть, уничтожим? Есть, уничтожили, да как так, в первый раз мы... Победа, 675 монеток. Да. И открываем сундук. Что же в сундуке? Ух ты, нифига, 20 этих штук открыли. Нифига себе. Может, мы его откроем? А, собери свой отряд, хорошо. Подожди, а у нас этот воин открылся или нет? Подожди, дай назад вернусь. Так, армия наша. Вот здесь у нас есть. Вот этот готов. Нажми на кнопку, чтобы разблокировать и добавить свою армию. Все, добавил. Сразу же мы его максимально прокачиваем. Все, на максимуме. Мы его, слушай, возьмем. У нас еще вот эта банши есть. Ага. Давай ее купим. Сразу прокачаем. Все, прокачали банши. Так, и тут еще кто-то у нас есть. А кто здесь? А-а-а, трансформер. Обычный робот-башня. Давайте разблокируем и прокачаем. Все. А, смотри, у нас сколько всего пооткрывалось. Так, открыть. Так, какие-то карточки, да? Так, а что тут еще у нас? Еще можно. Что тут еще можно? Тут больше ничего нельзя. Так, а здесь инопланетяне. Открыть. Кого-то тоже разблокировали мы. А, здесь кто у нас? Ух ты, нифига, что это за робот такой? Ремонтный бот, обычный робот-воин.
Сколько здесь много всяких вот таких вот вещей, оказывается. Сколько много всяких монстров. Это хорошо. А это что такое у нас? А, башня костей. Ага. Башня. И наша башня. Так, открыть. У нас две карточки есть. Вот у нас какие-то чуваки. Но они заблокированы пока, да? Ух ты. Тут такой. Редкий поданный герой. Ага. Санта-Клаус какой-то, да? Ну что ж, отправляемся. Да-да. Ежедневное испытание. Еще раз попробуем сыграть. Так, битва. Собери свой отряд. Какой у нас тут есть отряд? Смотри, у нас есть вот этот за 325. Давай мы его возьмем. И возьмем поменьше, поменьше, который. Вот этого воина возьмем. Этого. Лучницу обязательно. Ну и все. А, какой же мы возьмем? А, давай попробуем вот, вот эту башню возьмем. Все, битва. С новыми. Угу. Вот, отлично. У нас, мы будем током, да, убить. Хорошо. Так, идет один боец. Зомбак обычный. Сейчас мы его попробуем уничтожить. Ага. Так, что у нас здесь? Так, давай лучницу отправим. Давай, лучница, помогай. Смотри, какие зомбаки мощные, а? Так, вот, тут этого монстрика сейчас. А, давай, давай. О! Нормально, у нас защита есть зато. У нас есть защита. Смотри, и этот идет. Двое, двое их. Ё-моё, а как они... Как... Ох, нифига, он что так много-то наставил-то, алё. Почему он так много наставил? Да, убили моего монстра. 325 он кто-то стоил. Не хватает у нас манны. Ладненько. Ух ты, прям смотри, их много прям выходит. Офигеть. Вы чё, ребята? Как так-то? Давай, энергию. Мы тоже сейчас выпускаем свою энергию. Вот, сейчас токсик вас подзорет, ребята. О! Давайте. Побольше. Кто там еще? Так, ману, ману сейчас увеличиваем. И сейчас мы отправим еще бойцов. Подожди. Токсика. Да. Всех сейчас отправим. Не знаю, успеем или нет, наверное, не успеем. Ну, попробуем, постараемся. Так, а у меня тоже молния, ребята, есть. Вы думали, вот только вы такие хитрые, да? Все, отправляем бойцов. Лучницу быстрей. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо, как хорошо. Так, давайте отправляем. Кто у нас тут есть? Сейчас они тоже начнут высасыватель свой включать. Смотри. Сейчас они его включат. Да, пошел высасыватель. Давай молнию, молнию. Так. Манна. Все, давайте, ребятушки мои, пожалуйста. У нас 36 секунд осталось. Давай, лучницу быстренько. Я думаю, мы должны справиться. Потому что у нас, смотри, сколько бойцов много. Ах, а он защищается все-таки. Смотри, этот самый враг наш. Защищается, ставит. Вот эти баррикады-то свои. Ну, ничего страшного. Сейчас мы еще выпустим своих. Ой-о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 й. Давай. Нифига нас пофигачили как. Ё-моё, 10 секунд осталось. Нет, мы не успели, ребята, к сожалению. Ладненько. Бывает, бывает и такое. Да, уничтожили нашу башню, мы не, у нас не получилось. Ладно. Повезет, в следующий раз. Хорошо. Угу. А, можно опять играть, что ли, или что? А, типа за 10 кристаллов только что. А, ну, собери... А, за 10 кристаллов. Нет, спасибо. За 10 кристаллов не хочу. Просто отправляемся в бой и идем дальше. Играем с с роботами? Да, играем с роботами. Так, раскручиваем ману. Так, вот у нас они, роботы. Сейчас какие-то новые должны роботы выйти. Все, и сейчас будем мы выпускать бойцов. О, смотри, вышел. Вышел какой-то чувак. Нам нужна лучница срочно. Ох, нифига, как он расправился с ней. Тут такой сильный, что ли? А, он получается не наносит удар на нашу башню. Он просто уничтожает врагов. Так, давайте быстренько. Да, он просто летает и стреляет. Понятно. О, монетка.
О, мана, хорошо, спасибо. Давайте отправим бойцов. Так, что у нас здесь по мане? Давай я сейчас максимального бойца выпускаю, и все, нафиг. Ребятушки. Все. Отдыхайте, заморозочка. Все, заморозили. Идем дальше. Так, опять летающий робот. Он просто как бы пролетает и стреляет наших бойцов. Как бы такого не наносит большого урона. Сейчас я еще большого монстра выпускаю. Сейчас, подожди. Так, этот монстр у меня дойдет, не дойдет? Победит он их или нет? Или он сломается? Так, сейчас мы подзорвем вот этих вот ребятушек. Долго-долго этот идет прогресс у монстра моего. Ох, они убили его. Ай-яй-яй-яй-яй. И смотри, и пошел дальше. Ничего не понял, ничего не могу понять. Почему так долго я ждал? Все, давай. О, монетка улетела, не успел я. Не успел. Да. Сейчас сделаем мега удар. Опа, все, уничтожили. Так, карточку берем. Идем дальше. Давай побольше бойцов. Манна пригодится. Все, с таким количеством бойцов я не думаю, что они справятся. Да, 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 не справитесь. Никак, никак. Все, время у нас, смотри, прошло. Не успели мы по времени. Ну, ничего страшного. Победа. 675 монет мы заработали. Угу. Вообще нормально. О, ремонтный робот появился. Давай попробуем с ремонтным роботом повоевать. Сразу прокачиваем ману. Так, давай сколько. Ух ты. Да, это будет жаркий поединок, ребята. Так, пошли роботы. Угу. Попробуйте сразиться. Вот у меня еще лучница есть. Сейчас я вам... Вот, ремонтный робот пришел, смотри. А что он будет делать, интересно? Ремонтировать других роботов? Так, давай сразу выстрелим. Опа, получаете. Смотри, мы их всех уничтожили одним выстрелом. Прикинь, да? Нормально? Да, что он делает, ремонтный робот? Да он какой-то слабый. Вообще, зачем он нужен тогда? Такой робот. Да, давай, монстр. Мы сейчас их уничтожим. Да, побольше маны. Так, монеток нету. Давайте, дайте мне монетку. Какую-нибудь монетку или манну. О, монетку, спасибо. 45 монеток. Так, ну я думаю, мы справимся, ребята. Мы уничтожили сразу двоих. Неожиданно, да? Неожиданно просто прям. Такие. Но мы успеем. О, этот самый. А, давай, давай, давай. Вихрь, вихрь. Ой, хорошо, хорошо прям. Все, выпускаем следующих. И мы уничтожаем замок противника и монетку. И монетку зарабатываем. Круто. Хорошо. Победа. Победа. И мы полностью прокачались все вот эти возможные плюшки. Да, такая вот игрушечка интересная. Ну, мы будем заканчивать серию, дорогие друзья. Что ж, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.